отец. Как только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле! Установка периметра! Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Пехота под прямым управлением. Турель под моим управлением. Управление турелью установлено. Прямое командование пехотой. Ведем огонь по вражеской пехоте! Ведем огонь по вражеским складам. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Враг атакует спутниковую антенну. Орел ранен! Ведем огонь по вражеским квадам. Вражеский квад уничтожен.
Открываем огонь по вражеским квадам! Вражеский квад уничтожен! Яблочко! Есть попадание! Ведем огонь по вражеской пехоте! Тут человек кровью истекает! Враг атакует спутниковую антенну! Турель под моим управлением! Градирня под угрозой! Защитите ее! Вещание с камеры Клау включено. Угроза ликвидирована! Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Вражеский АСД ликвидирован. АСД противника уничтожен. Связь с камерой нашли не установлена. Враг уничтожен! Враг уничтожен! Враг атакует спутниковую антенну. Ему конец! Вражеский АСД ликвидирован! Яблочко! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Переходим на позицию для атаки Клау. Войска подкрепления приближаются. Подтверждаю, смена позиции. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Клау противника уничтожен. Вражеский квад подбит. Ведем огонь по вражеским квадам. Градирня под угрозой. Защитите ее. Градирня под угрозой! Защитите ее! Вражеский квад сбит! Мы потеряли Клау! Готов! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Трансформатор под угрозой! Враг уничтожен! Вас противника сбит! Враг атакует спутниковую антенну! Пехота под прямым управлением! Enfrentando! Sorel! Яблочко! Открывай! У нас тут раненый! Есть попадание! АСД противника уничтожен! Ведем огонь по вражескому! Тут человек кровью истекает! Вражеские войска атакуют спутниковую стену! Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора! Ведем огонь по вражеским АСД! Раненый! Вражеский АСД нейтрализован!
Огонь по вражеским клау! Ведем огонь по вражеской пехоте! Тут человек кровью истекает! Угроза ликвидирована! Открываем огонь по вражеской пехоте! У нас тут раненый! Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Враг атакует трансформатор. Гранирня под угрозой. Защитите ее. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Тут человек кровью истекает. Два противника спит. Враг атакует трансформатор. Гранирня под обстрелом. Защитите ее. Мы можем лишиться гранирни. Открываем огонь по вражеской пехоте. Яблочко! Градирня под угрозой! Защитите ее! Открываем огонь по вражеским квадам! Вражеский квад нейтрализован! Вражеский квад нейтрализован! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Ведем огонь по вражеским клау. Есть попадание. Переходим на позицию для атаки клау. Прямое командование пехотой. Раненый! Переходим на позицию для атаки клау.
Операция «Потус», уровень 1, одобрена. Приступаем к эвакуации объекта. Помните, они нужны нам живыми. На территории операции пущен слезоточивый газ. Присутствие гражданских сведено до минимума. Давай побыстрее. Обыскать территорию. Раптор 1-1, приближаясь к точке эвакуации. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Раптор 1-1 в воздухе и в полной боеготовности. Пехота под прямым управлением. Вражеский флаг подбит! РПГ нейтрализован! Ведем огонь по вражеской пехоте! Ведем огонь по вражеским хватам! Никого нет! Объект не обнаружен! Открываем огонь по вражеской пехоте! У нас тут раненый! Переходим на позицию для атаки пехоты! Угроза ликвидирована! Объекта здесь нет! Продолжать поиски! Открываем огонь по вражеской пехоте! Тут человек кровью истекает! Ведем огонь по вражеской пехоте! Никого нет! Объект не обнаружен! Яблочко! Переходим на позицию для атаки пехоты! Яблочко! Ведем огонь по вражеской пехоте! Раненый! Подтверждаю, новые войска на готове. Войска подкрепления приближаются. Объекта здесь нет, продолжай поиски! У нас тут раненый! Есть попадание! Враг уничтожен! Ведем огонь по вражеской пехоте! Ему конец! Есть попадание! Ему конец! Объект обнаружен! Приступаем к спасению! Ты еще кто такой? Мы из ВМС США, мы вытащим тебя отсюда. Новый приказ для воздушных сил. Раптор 1-1 отправляется за объектом. Итак, сектор, что дальше? Живо к СВВП, мы тебя забираем, Хлоя. Точняк, я иду за тобой. Раптор 1-1 на земле, загружайте пассажиров. Эй, эй! Где на борту? Погнали отсюда!
Вижу вражеские СВВП. Торопитесь, у нас всего одна попытка. Ракета пошла! Кракен, отличный удар по цели. СВВП Джао падает. Вас понял. Прорывайтесь к месту крушения и ликвидируйте генерала Джао. Понял, выдвигаюсь. Данные, полученные в Пакистане, дали нам достаточно времени в подготовку. Операция должна пройти успешно. Данные генерала Джао одобрены. Группа пытается захватить место крушения. Ведем огонь по вражеской пехоте. Мы получили новые данные. Джао активировал аварийный протокол. Он заперся в сбитом СВВП. Вас понял. АСД противник уничтожен! Ведем огонь по вражеской пехоте. Ему конец. Переходим на позицию для атаки пехоты. Ему конец! Вражеский АСД нейтрализован! Подкрепление развернуто. Второй на позиции. Вражеский АСД нейтрализован! Система безопасности отключена, дверь открыта. Задание выполнено, объект мертв. Цель задания выполнена.